Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер один. Для начала нам нужно прочитать числа. 15, 152, 514, 2537, 5007 и 52615. Также нам нужно ответить на вопрос, что означает цифра 5 в записи каждого из этих чисел. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте воспользуемся вот такой вот табличкой. Эта таблица расположена на 6-й странице в учебнике. И из нее понятно, что каждое число можно разбить на классы. А каждый класс разбивается еще на 3 разряда. И разряды имеют такие названия. Сотни, десятки и единицы. То есть любой класс имеет разряды сотни, десятки или единицы. Так вот, чтобы определиться, что означает цифра 5 в записи каждого из этих чисел, нужно соотнести это число вот с этой табличкой и посмотреть, во-первых, в какой класс попадает наша цифра 5, а во-вторых, на месте какого разряда она стоит. Число 15 и цифра 5 нам показывает, сколько единиц в этом числе, то есть 5 единиц. Дальше число 152. 5 десятков у нас, значит, в этом числе 152. Число 514. 5 сотен. 2537. Опять 5 сотен. 5007. Во-первых, число 5 у нас уже попадает в класс 1000 и стоит на месте единиц. То есть число 5 нам показывает, сколько единиц тысяч в этом числе. В числе 52615 у нас две пятерки. Первая пятерка, вот это показывает, сколько единиц в этом числе. А вторая пятерка попадает уже в класс 1000 на место десятков, то есть в разряд десятков, и показывает, сколько десятков тысяч в этом числе. И еще один вопрос этого задания. Что означает цифра 0 в записи каждого из чисел? Давайте сначала эти числа прочитаем. 30, 408, 50 618 и 400 003. Ну, так же, как и отвечали на предыдущий вопрос, соотносим просто число с табличкой. В число 30 нам 0 показывает, сколько единиц. 0 единиц у нас. В числе 408 0 показывает, сколько десятков. 0 десятков. 50 618. Здесь число 0 показывает, сколько у нас единиц тысяч. 0. И последнее число у нас здесь 4 нуля. Первый ноль, давайте я сверху буду обозначать. Первый ноль нам показывает, сколько десятков в этом числе. Второй ноль показывает, сколько сотен в этом числе. Третий ноль, сколько единиц тысяч в этом числе. И последний, четвертый ноль, сколько десятков тысяч в этом числе. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в соцсетях.